Здравствуйте, с вами Android. Андроидыч, сегодня хотел поговорить о новинке. Игра называется Jewel Fight Heroes of Legend. Давайте непосредственно перейдем к самой игре. Ну, она достаточно... сам игровой процесс очень простой и понятный. Такие игры выходили ранее, но... Но тут маленько кое-что другое. Игра полностью на русском языке. Сейчас у нас загрузится. Вот стандартные такие игры есть, похожие, да, где мы вот совмещаем, чтобы до 3, до 4 совместилось. Но тут есть одна особенность. Вот наш персонаж с левой стороны, его жизнь, и с правой стороны наш враг. А мы, когда вот так совмещаем, определенные у нас появляется там то, что возможно. У нас копится линейка, мы исполняем различные удары, восстанавливаем жизнь и многое другое. То есть это полурулевая игра, да, вот так сделана. Вот определенные шарики, они обозначают определенные действия, да, которые мы с вами используем. У нашего как бы, персонажа есть определенное количество жизни, если он их потратит, мы с вами проиграем. И вот так мы с вами атакуем нашего врага, наносим ему определенный дэмидж, чтобы его убить. Вот, допустим, сейчас я вот собираю различные монетки, и вот так мы постепенно проходим. Вот это, мне кажется, оригинально сделали. Вот видите, сейчас я атаковал нашего врага, у меня накопилась линейка. Можем также восстанавливать наши жизни различными бутыльками, которые у нас имеются. Вот, я так двух или трех врагов уже одолел. Вот, и мне попался какой-то всадник у Кубута. Также хотел одну вещь заметить, что если, допустим, мы не знаем, что нажимать, у нас потом высвечивается, как я понимаю. Вот видите, я вот сейчас, честно, не знаю, какую из них направлять, потому что у меня просто я не знаю, какой атаковать. Где чай? Я, к сожалению, не вижу. Вот я, честно скажу вам, ослеп, я не вижу, какую нам нужно делать. Вот такая интересная игра. Врагов будет падаться все больше и больше, они будут сложнее. Блин, я не знаю, что тут нажимать. Честно, я... Мозги что-то у меня заплавились. Я что-то... Честно, вот нет никаких... А, вот, наконец-то. Вот, наконец-то. Что-то я додумался наконец-то. Вот различные комбинации будем наносить. Ну и мне, нам тоже враг будет наносить различный дэмидж. Поэтому имейте это в виду. Не только вы можете атаковать. Интересная реализация самой игры. А вот сама геймплей такой уже нам попадался. Но сделана задумка очень-очень интересно сделана. Вот, вы будете проходить, атаковать различных врагов, убивать их. Вот. Вот я практически уже уничтожил этого врага. Практически. Давайте попробую его убить. Так, наношу ему определенный дэмидж, и почти что я вот, и вот мой соперник повержен. Вот так у нас будут проходить бои, будем зарабатывать уровень, у нас копиться будет опыт, и наши характеристики персонажа будут улучшаться. Ну и вот наша карта, по которой мы будем с вами путешествовать. Достаточно интересная игра, нравится, это в нее сыграть.